Архимандрит сам сказал: что наша жизнь без кошек? Кошки – это меховые цветы, из них можно собирать букеты. И благословенные руки тех, кто утешает братьев наших меньших, кто заботится о них. И я горячо уверен, я убежден, ваши кошки обязательно замолвят перед Богом за вас словечко. Заведу кота, буду знать, что дома меня кто-то ждет. Привет, кот, мне плохо, кот, дай мне тебя обнять, так теплей. Ты голоден, кот, котлет, бутерброд. Кот, ты ближе друзей, кот, ты лучше людей.